О, Господи. Вы прикиньте, недавно один подписчик, не помню, то ли в Инстаграме, то ли в моей группе ВКонтакте, обвинил меня в том, что я не знаю, почему ты сам ничем не делишься, почему ты в своих роликах не горишь о переезде. Кто не знал, я переезжаю в новую квартиру, в Москву и буду жить один. Наконец-то полная свобода! И у меня есть ровно 2 дня, чтобы собрать все шмотки, потому что в эту субботу, 23 июня, зависимо от того, когда ты смотришь этот ролик, я буду переезжать. Поэтому дел у меня на самом деле дофигища. Куча коробок, куча шмоток, и это все нужно перевезти из Санкт-Петербурга в Москву. Тяжелая неделька предстоит. Ты спрашиваешь, а чем ты можешь мне помочь? Ну, тем то, что сегодня у нас выходит рафт выживания на плоту, и пока я собираю все свои манатки и уеб в добрый путь, ты можешь поставить лайкусик на эту серию, и сразу же выйдет следующее. Ладно, у меня дел дохренище, поэтому давайте будем приступать. Так, девишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и да, добро пожаловать в новую серию Рафта. Выживание на плоту. Ты чё такой громкий, ядрёная мать, а? Океан. И до этой серии я много всего подготовил. Мы сделаем металлическое копье, я нашел остров, я убью Анжелку опять в этой серии, сделаю много-много всего интересного, я тебе прям обещаю. Чё меня так колбасит вокруг? Дурдоп, смотрите, вот мой просто вот так крутит, вентилятор какой-то. У меня аж уши заложило, потому что шумишь ты прям как дикий. Зато смотрите, как идеально просто развернуло мой плот, то что я, опа, могу сразу забраться на этот остров. Прекрасно. Кто не смотрел предыдущую серию, кто не знает, откуда у нас взялся гриль, откуда у нас взялся вот этот новый опреснитель воды, вот, надо мной есть подсказочка на предыдущую серию, нажми обязательно ее посмотри. А то будет та-та-та-та-та-та-та-та-та! Я на самом деле подожду, пока закончится эта буря, потому что громко так, что у меня аж уши закладывает. Поэтому подождем, пока этот дурдом закончится. Посейдон, ядрёная мать, успокойся, чё надо? Может тебе карта... Сейчас, ладно, я знаю, что тебе надо. Посейдон! На! На! На, картофан! Успокойся! Успокойся! Всё, всё. Я думаю, то, что буквально через минуту океан успокоится. А ты, сволочь такая крылатая, вообще уходи отсюда. Не хочу тебя тут даже видеть. Анжела! Дай мне жить спокойно! Тварь зубатая, чё ж ты так меня не любишь, а? Всё, стихает, стихает потихонечку. Спасибо, Посейдон. Я сразу говорил то, что его просто картофанчиком нужно угостить, и он сразу же успокоится. Чё там сломает? Чё там ломается? В общем, ребятки, смотрите. Я перед серией наготовил нам очень много железных слитков. И в этой серии как раз-таки мы прямо сейчас с вами скрафтим в первую очередь металлическое копье. Только мне не хватает одного болта, но он у меня есть, поэтому давайте мы его берем и сразу же крафтим металлическое копье. Вот это деревянное можно сразу, мать его, выбросить и взять вот это. Смотрите, как оно эстетично просто выглядит. Анжелка сюда приплывет. Эй, просто па! Шпингалетом по башке. Па! Носком в голову, и она сразу же липнется. Поэтому, Анжелка, ты сюда даже не суйся больше. Стервятница. Вот смотрите, с одного удара. Опа! Если вы не знали, то чайка умирает примерно с 2-3 ударов, но в этот... Да-да-да-да-да, ты давай, котлява, иди сюда, давай! На! Не ожидала то, что у меня больше не деревянное копье, а металлическое? Мне кажется, оно тебе сразу от глотки до жопы дошло, насквозь тебя чуть ли не пробило. Мне вот это уже, в принципе, нафиг не надо. Зато сейчас, смотрите, как окорочки зажарим. Мама, папа, у вас сын шеф-повар! Приходите, ёб, ты курочка, Вася лучше, чем у ресторана, дяди Ашота, зуб даю. Так, что мы еще можем скрафтить? Мне кажется, то, что вот этот крюк, в принципе, также можно нафиг выбросить, потому что он уже почти сломанный. И давайте мы сделаем крюк для мусора металлический, на! Господи, жизнь становится все легче. Чё там на расстоянии? Вот видите, если прямо смотреть, то ничего не видно. А если боком смотреть, то там есть какой-то плот. А, присмотритесь. Вот, присмотритесь, вот там боком. Ну, ладно, я туда плыть не буду, потому что... Сволота зуба. Иди сюда! На! Я злой! Я всех акул в этом океане убью! Забираем медный слиток, и мне кажется, то, что в скором времени мы с вами найдем спасение, потому что у меня есть много уже медных слитков, уже, ух ты, 8 штук.
Я уже скоро смогу себе скрафтить, что мне там нужно? Батарейку, микросхему. Что? Подождите, батарейка, микросхема, но а где находится... Твою мать! Вот раз, два, с двух ударов, ребятки, вы понимаете, то, что раньше было с четырех, сейчас с двух. Анжела, мне кажется, Анжелка больше со мной дружить никогда в жизни не будет. То есть, так, подождите, есть батарейка, есть микросхема. А где приемник, что самое главное? Я себе еще, наверное, скрафчу якорь в этой серии, чтобы, ну, не использовать вот этот одиночный, одноразовый, а скрафчу нормальный себе якорь. А где приемник, ядрена мать? Вот при... Мне нужно микросхему изучить, чтобы изучить приемник, да? Подождите. Давайте мы сразу же возьмем медный слиток и с медного слитка сделаем микросхему. Только мне еще... Два медных слитка! Охренеть! Просто тут я на вас не напасешься! Так, и сок лианы. Хорошо, сок лианы у меня дофига, поэтому давайте мы сделаем... Ага, микросхему и ее прямо сейчас изучим. Учим антенну и учим приемник. Господи помилуй, как все сложно. Мне кажется, что в принципе вот сейчас на данный момент я изучил уже все, что только существует в этой игре. Мне нужно будет сделать одну батарейку, кучу микросхем. Я не знаю, где приемник. Быстренько бы его сейчас найти, потому что я... А, вот приемник и антенну. Микросхема, приемник. Господи, как это все долго нужно будет крафтить. Ну ладно, мы с вами, ребятки, конечно же, справимся. И знаете, что я еще хотел сделать? Я хочу сделать бутылку. Потому что если вот одна кружка наполняется только один раз, то бутылкой можно наполнить. Раз, два, три, четыре раза. И мне кажется, столько же раз пить можно. Бутылка нужная вещь и очень даже сильно мне пригодится. А весь хлам, который у меня, вот, хлам можно выбросить вот сюда. Вот, кружку выбрасываем вот сюда. Так, что мне нужно сделать еще в этой серии? Я хочу просто все изучить, что тут есть. Кровать. А что лучше, гамак или кровать? Я хочу гамак. Так, перо и... Анж! Я знаю, ты сюда идешь! Ай! Я не попал, и она не укусила. Курица. Я хочу сделать себе гамак. То есть давайте мы возьмем перо. Перо и что там нужно? И болты, да? И болты. Не болты, а и болты. Точнее, гвозди. Давайте делаем гамак. Где у нас гамак? Вот наш гамачок. И давайте мы его поставим примерно вот сюда. Опа! И давайте сразу поспим. Ха! Слушай, мне, наверное, нужно было гамак сразу же с самого начала сделать, потому что он очень даже полезный. И сколько серий? Это уже где-то пятая или шестая серия. За шесть серий я спал только один раз. Вот сейчас. Я вообще я супермен. Слушай, мне спать нужно раз в неделю. Берем скумбрию. Скумбрию. Оп-оп. Сразу три рыбки. Ребятки, вот оставляйте ваши заказы в комментариях. Вот пишите. Эдисон, я хочу скумбрию. Держи ради бога. Эдисон, я хочу окорочок. Держи ради бога. Эдисон, я хочу готовую акулу. Да, держи, конечно же. Поэтому пиши в комментарии, что ты сейчас со мной хочешь покушать. Я вот сейчас водички хочу попить. А если у тебя есть какие-то предпочтения, пиши. Шеф Эдуардо Перциано. Мама мия помпалалия выполнить любой ваш заказ. Кислородный баллон. Мне нужно еще один сок лианы. У меня нет еще одного сока лианы. Ядрёна мать! Так, подождите. Быстренько мы так спустимся. Я надеюсь, что Анжелка мне там ничего не откусит, да? Анжелка, ты... Анжела! Как, откуда ты? Так нечестно, почему ты выбираешься на меня с острова? Она на меня с острова напала. Иди сюда. Жопа зубами. На! Мне кажется, что мне, в принципе, нужно еще будет очень много меди, но это уже в следующем. Твою мать, да чё? Она меня сейчас убьет! Не-не-не-не-не-не-не, Анжела! Нет! Я сохраню сразу мир, потому что... Я даже пожрать сейчас быстренько пожру. Мне сейчас нужно взять водоросли и поставить их вот сюда. Ёханый бабай, Анжела, проклятое существо! Да ты вообще страх, мать твою, потеряла, да? Тут на меня нападаешь, тут меня убить хочешь. Извиняюсь. У меня столько всякого, извиняюсь за выражение, говна, то что я могу, в принципе, даже часы себе скрафтить. Мне просто интересно. Часы. Опа. И куда я их могу... Ни хрена себе! Так, подождите. Часы мы с вами... А как часы работают? Вот так? Да.
Так, сколько у нас? У нас 8:30 утра. Запомните, ребзя. Держите меня в курсе, если уже ночь на дворе скоро будет. Кислородный баллон, да? Кислородный баллон. Опа, просто прекрасно. Я смогу его на хлебальник надеть и смогу очень... О, кстати, давайте мы просто с вами попробуем ради эксперимента. Кислородный баллон. Приманка, у меня есть приманка? Хотя бы одна, пожалуйста. Че, реально у меня... У меня приманки нет. О, ладно. Мне нужна селедка. Чтобы, конечно же, наживку приготовить для Анжелки, потому что Анжелка у нас, как всегда, ненасытная. Анжелке нужно много жрать, как обычно. Поэтому без селедки, извините, Анжелочка наша перебирает харчами, не сможет отвлечься. А мне нужно добыть еще меди. Какую тилапью, ядрена мать, а? Пожалуйста, да, селедочку. Ну дай, пожалуйста. Ну клюй ты уже наконец-то, ну. Вот. Лещ. Какой лещ? О, это ломается! А, нет, все нормально. Дай мне хотя бы порыбачить нормально. Ты дашь мне жить спокойно. Понимаете, такое существо, это Анжела, это акула. Она уже раза 4 воскрешалась. 4 раза. Что-то... Там клюет что-то очень большое! Не... Что? Что там? Что там клюет? Это сырой морской лещ, я уже напугался. Все нормально, пацаны и пацандрессы. Раньше времени обосрались. Нормальную удочку забабахаем, металлическую. Она бросается на километр сразу. Подождите, если с обычной деревянной удочкой я ловил какого-то там лосося, то что я буду ловить с металлической? Можете... Опа, а может я сейчас акулу за Анжелку за яйца смогу вытащить? Чё? Чё это такое? Кошка-талисман может принести удачу. Чё это такое? Так, подождите, я сейчас немного в шоках. То есть, с обычной деревянной удочки я могу вытащить, ну, какую-то там обычную рыбёнку, да? А с помощью железной, нормальной металлической удочки я вытащил какую-то кошку-талисман. И в описании к этой кошке было написано то, что она может принести удачу. Я вижу то, что она махает своей лапкой и приманивает, наверное, кого-то там, наверное, кого-то бога Посейдона, я не знаю, возможно, бог Посейдон. Кошечка, талисманчик, у меня к тебе такое дело. Отправь мне, пожалуйста, русалку. Да, да, ты не ослышалась, русалку, да. Ты просто понимаешь, что я уже, ну, как бы, месяц плаваю. Твою мать, подожди, кошка-талисман, подожди! Сраная акула, ты можешь сделать так, кошка-талисман, чтобы эта сраная Анжела сдохла раз и навсегда, а? Кошка-талисман, пожалуйста, мне бы русалочку, ну, на часик хотя бы русалку. Ну, ты понимаешь, что я уже месяц тут плаваю, я уже месяц плаваю в этом океане, и, ну, у меня бабы не было. Да, бабы у меня не было, да. Ну, кроме Анжелки, ну, Анжелка это как дочь, это как дочь! Она не считается как баба. Вот. Ты, пожалуйста, талисман мой, вот эта самая кошечка, пожалуйста, принеси мне удачу, именно бабу какую-то, да. А я вот сейчас возьму и пойду на остров, потому что у меня дерева нет, у меня дерева нет. Чем я ломаю? Так, дайте мне, пожалуйста, дерево. Как можно больше дерева. Спасибо, потому что мое уже закончилось. Опа, манго выпадает. А мне интересно, а можно половить рыбу отсюда? Опа! Я еще никогда рыбу со скалы не ловил. Прекрасно. Я просто в шоке до сих пор, то, что какая-то кошка-талисман. Может, я реально сейчас за пипипунчик какого-то кракена или мегалодона вытащу? Я просто уже боюсь даже использовать вот эту удочку, потому что если она вытащила... Чё такое? Чё за улов нереальный? Подождите! Утка из скрэп-механик. Кто играл в скрэп-механик, напишите в комментариях. Старая пластиковая утка, похоже... Ёханый бабай. Просто чё у меня так? Подождите! Чё у меня за детский уголок тут на плоту, а? Почему я раньше не скрафтил эту сраную удочку? Она мне такое счастье приносит. Не могу просто. У меня прям настроение поднялось. Не знаю почему, но это как-то слишком странно. Кокосики, манго, ананасики, арбузики. Слушайте, просто остров мечты. Я смогу... Да, я даже сюда смогу забраться. Я вижу, там еще кто-то жил. Да, на этом острове. Там есть какая-то палатка или что это. Так, мы это уже встречали. Топор сломался. Крафтим новый, конечно же, как можно скорее.
Опять океан бушует, как я вижу, но ничего страшного. Опа, захавали, опа, захавали. И давайте еще вот это захаваем. Прекрасно. Что у нас? Веревка. Анжела! Ну, ладно, туда уже нет смысла отправляться, потому что, ну, да, эта сволочь уже все сломала. Ну, просто не женщина, не, ну, хотя, мне кажется, Караски самая типичная женщина. Девушки, вы же все такие, да? Любите, когда на вас внимание обращаю, да, девушки, как я... Как, не обижайтесь, я с любовью. Давайте еще вот это срубим деревко и можем отправляться обратно спать. Так, тут больше ничего нет. Я ж тебя вижу. Ты думаешь, ты так можешь ко мне Ты так думаешь, ты ко мне можешь подкрасться, и я тебя даже не замечу, да? Сволота-то такая. Опа! И гамачок. Я надеюсь, что до утра вот эта буря стра... Нет, она... Сколько времени? В смысле, я проснулся в 4... Так, мне кажется, или часы как-то криво работают, потому что тут показывают 4 часа, а это 100%... 4 часа утра? Ну хотя в Питере на самом деле такая же фигня. 4 часа утра, а там уже день. Поэтому все нормально. Че я удивляюсь, да? Окорочок. У меня еще и лососи, зашибись. Ой, ребятушечки. Мне кажется, что мы, в принципе, много всего сделали хорошенького в этой серии. Мы добыли какие-то нереально дикие игрушки. Мы скрафтили себе металлическое копье. И также мы с вами скрафтили вот эту удочку проклятую, которая не... Слови, пожалуйста. Я последний раз забрасываю наживку в этой серии. Слови мне, пожалуйста. Селёдочку. Лосось! Какой лосось? Я тут присяду возле своих игрушечек, которые мне очень даже сильно нравятся. А, подожди. Нет, тут у меня проблем. Вот, все, исправили. Ох, вот сейчас можно присесть и сказать вам всем огромное спасибо за просмотр. Ребятулечки, спасибо то, что досмотрели этот ролик до конца. Если хочешь посмотреть предыдущие серии выживания на плоту Рафта, я еще раз оставлю тут подсказочку еще на одну серию. Нажимай смотри и ставь обязательно лайкусик прямо сейчас на эту серию. Набираем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение. Ты, конечно, огромный молодец, то, что у меня всегда просишь выпустить новую серию, но выйдет она или нет, зависит только от тебя. Подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые ролики и стримы. Я скажу тебе огромнейшее спасибо за твою поддержку и просмотр, и лайкусик, я надеюсь, что ты поставил. Скажу всем удачи и всем пакета!